Если машина барахлит, он всегда поможет разобраться, в чем дело. Сергей Бакумцев в пожарной части работает больше 30 лет. Начинал водителем, теперь несет службу в карауле. А в свободное от работы время собирает технику. Это любимое хобби с детства. Первая была идея необходимость в деревне, когда деревня была, в деревне как бы для сельхозработ. Начал делать мотоциклы, потом уже пошли трактора, после армии, ну, когда в пожарную охрану пришел, увлекся, начал ремонтировать трактора, собирать трактора, ну, всякую сельхозтехнику. Все пожарные автомобили Сергей Бакумцев знает в мельчайших деталях, а время от времени модернизирует рабочую технику. Этот агрегат, трактор для уборки снега, одно из последних ноу-хау. Мотор мощностью в 9 лошадиных сил прекрасно справляется со своей задачей. Трактор собран с нуля за месяц. Все попросили, ну и я согласился сделать. Ну, сделано и старые запчастей с автомобилей УАЗ, приобретенных на разборках. Сейчас Сергей Бакумцев, кроме основной работы, обучает молодых водителей пожарных машин и уже задумался над новым изобретением. Подробностей пока не раскрывает, но говорит, если все получится, коллеги смогут оценить его первыми. Виктория Шуваева при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области. События дня.